Так, микрофон этот надо мне отсюда убрать. Так, это работает. PlayStation работает. Так, ну что, начинаем. А здесь нету русского, мага. У меня есть английский, французский, немецкий, испанский, итальянский. Больше никаких языков нет. Настройки прошли, стрим в порядке. Погнали уже. Да-да-да. Вот это быстро напрет. Кол, ты с уважением вообще. Блин, Коль, спасибо, что зашел. Ты же сказал, что я зайду, вот он ты здесь. Широкий. О, широкий! Я засмотрелся на чат и поехал на тротуар стоять. Тормоза. Да, я вот я чуть-чуть не задел коповскую машину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сессия, ты имеешь в виду в институте или сессия? Студент. Бам-бам-бам. А, вон полиция, смотри. Да, получается, мне надо, получается, убежать от погони, от полиции. Так, я не смог, то есть мне нужно было по времени от ментов идти. От полиции, извиняюсь. Не, 10 секунд. 10 секунд, 10 секунд. Нет, не успею. А мне еще до цели там километр, что ли. О-о-о! Не-не, мы сделаем по-другому. Мы сейчас начнем ее заново и точно их забьем. Откуда вы взялись, а, блин, я не могу понять-то. Объясните мне, что... где я так накосячил-то? Я же вроде все же нормально делаю. Вы че, ребята? Я просто не могу понять, как так-то? Обычно же их бац-бац и ушел, а тут смотри, что творят. Причем они меня догоняют, до чего сильно, прям мощно. Какой у них мощная энергия, мощный мотор, все, мощная машина, они рассыпаются надолго. Вы видели это? Еле как езду, ментов тачки круче. Манга вернулась, отлично. Они на пролом едут, просто хотят пробить твою тачку в хлам. Да, но по крайней мере, когда они ее пробивают, у них пару раз не получилось, и им свои машины. Так, непонятно. Да, прикольная игруха, конечно, есть любители. Pontiac Transcend, легендарный Москва. Короче, смотри, неплохая система. Если я сейчас это выиграю, мне Ford Crown Victoria будет открыта. А, во. Что это такое? Стант. Играет. Вот миссия, пожалуйста. Стант, 150 метров подпрыгнуть, 45 секунд. Вознаграждение штука. Стант, ну, стант, вы знаете, что такое стант. Синие штуки, которые бывают чуть выше земли, надо разогнаться быстро, тачки допрыгнуть до него. Да, вот сейчас будем разгоняться и смотреть. Я тебя уйду. И здесь, получается, и от полиции ушел, от... скорой помощи ушел, от пожарных тоже уйду. Так, ну чё нам? Да, 152 метра. Блин, осталось 50 секунд. Давай, Вася, давай. Я Ауди уже в хлам. Не щадим Ауди. Вот это я закончу миссию. Две штуки выиграть. Мага, спасибо еще раз тебе за такую классную подсказку. Но я, поскольку в этой игре еще более-менее такой новичок, учусь и буду учитывать, конечно. Вот такие вот, видишь, ты, по крайней мере, знаешь все. Я в Call of Duty так бы некоторые вещи мог помочь, да, когда-то. Сейчас-то уж тоже нет. Главное остановиться любым способом, то есть стукать, разбивать коповские тачки для копов просто обычное дело, если что. Да, они сейчас мне машину колбасили, прям как семечки, как бы даже не переживали за это, и это прям напрягает чуть-чуть, то есть, ну, как бы, что такое, да, не ожидал. В первую очередь контент для того, кто в эту игру не играл или хочет играть, и с другой стороны, ну, как бы, просто интересно было, потому что я драйвер играл первую игру на PlayStation 1, это было давно. Так, ну что, на сегодня пока хватит, мне, к сожалению, нужно бежать, благодарю всех, кто был здесь, благодарю всех, кто не забыл поставить лайк, напишите потом комментарий, когда видео будет в свободном доступе.